Всем привет! Коротко и наглядно о погоде в Анапе 4 ноября 2017. Сегодня солнечно, ясно. Температура воздуха у моря около 15 градусов. Один из тусклых и мрачных осенних периодов в Анапе позади. Установилась солнечная, относительно теплая погода. Ветер, дождь. Пока-пока. Наслаждаемся тишиной и солнышком, которое хорошо пригревает. Некоторые люди сегодня на радостях даже разделись до маек. Это такое свойство у человека покуражиться. Вот, мол, смотрите, ноябрь на дворе, а я в одной майке щеголяю. Но на самом деле, в общем-то, объективно прохладно для такой легкой одежды. Но не надевать шапку можно точно. Если кто не понял, то мы на центральном городском пляже. В ноябре на этом пляже, как видите, не загорают и не купаются. Когда шла на пляж, я думала, что все-таки сегодня, в связи с тем, что потеплело, я встречу купающихся, но вот ожидания мои не оправдались. Зато сегодня выходной день и довольно приличное количество прогуливающихся у моря. Люди отдыхают не только от своих будничных забот, но и, я думаю, от нашей анапской непогоды, которая выражается в сильном ветре, в слякоти. Люди наслаждаются погожим днем, теплом, безветрием. Ну и, конечно же, морем наслаждаются. Куда ж в Анапе без моря? И около 15 градусов температура воды в море. Ну и что еще греет? То, что по прогнозу нас ожидают такие же приятные денечки. В основном не сильный ветер, в основном без осадков. И температура стабильна. Около 15 градусов. На этом все. Спасибо за внимание. Смотрите на нашем канале Анапа Курорт Инфо погодные репортажи. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нам приятно ваше внимание. Не болейте. Ждем вас в Анапе. С
С вами была Наташа. Пока!